Приветствую всех, меня зовут Михаил. Предлагаю вам курс по созданию партнерского сайта для заработка на Кликбанк. То есть за несколько минут вы создадите примерно вот такой сайт, где будут добавлены уже статьи с обзорами на продукты от торговой площадки Кликбанк. То есть статьи будут добавляться на автомате. С вашей партнерской ссылкой. То есть все устанавливается элементарно, трудностей никаких нет. Для этого нужен только чистый WordPress. Пустой сайт. Выбрать файл и импортировать его. Это занимает несколько секунд. Все, после этого, то есть здесь уже сразу автоматом прописываются все политики. Затем вам нужно будет перейти в настройки, прописать здесь свой аккаунт, то есть ID от аккаунта Кликбанк. То есть все уроки будут, как зарегистрироваться на Кликбанк, как выводить деньги с Кликбанк и так далее. Поставить, сколько страниц в день вы хотите импортировать. Давайте я поставлю 6. Здесь можете добавить код от формы подписки, также пиксель от Facebook. Сохранить. Сейчас импортируется 6 статей. Так, импорт пошел, пока одна статья. Обновляю. Уже две. Все, импорт произошел. 6 статей импортировалось, заняло это буквально несколько минут. Далее, теперь можно пускать трафик, рекламироваться и получать комиссионные. Также вместе с курсом, как создать партнерский сайт по заработку на Кликбанк, будут идти два курса. По платному трафику в Буржунете и по бесплатному. Теперь такой еще момент, там для кого подойдет, для кого не подойдет. Здесь нужны минимальные знания. То есть вы должны хотя бы уметь пользоваться Google переводчиком, ну и хоть немножко там разбираться в WordPress. Хотя, как я уже показал, ничего сложного здесь нет. Но все же, если у вас нет вообще никаких элементарных знаний, то курс вам не подойдет. А если же остались какие-то вопросы, то ниже будут контакты, задавайте, я вам отвечу.